Проиграли игру. Много причин, на которые можно ссылаться, на которые нельзя ссылаться. Если вы внимательно смотрели игру, то я бы хотел услышать от вас вопросы. Так, что-то комментировать. Игра проиграна. Задавайте, я отвечу. Коллеги, пожалуйста, вопросы главному тренеру гостей. Михаил Николаевич, было много очень стыков, споров, в том числе с арбитром. Вот что предопределило такой градус? Ну, мне кажется, что погода была жаркая, поле искусственное. Я понимаю, что все в одинаковых условиях, но мне кажется, это как бы важнейший фактор. Поле не полили, мяч очень сильно дробил. Я считаю, что это очень сильно повлияло на игру. Поэтому, на мой взгляд, наверное, из-за этого много стыков было. Потому что где-то обработка, что-то мяч дробит, скачет, поэтому было много борьбы, стыков. Ну, я думаю, что две команды хотели победить сегодня. Гол опять, я уже наверное, повторяюсь, наверное, из игры в игру. Пропустили необязательный. Разбирали этот момент, знаем, как Кацаев играет. И акцент на этом делали, что на замахах может убирать, но тем не менее дали саму возможность даже выйти в эту позицию после штрафного удара. Ну а дальше он там мастерски разобрался, хорошую сделал передачу, пропустили гол. Тем не менее, считаю, в первом тайме у нас был хороший момент, должны были забивать. И так игра, я считаю, была равная, только мы проиграли, а СКА Хабаровск выиграл. Там, что по второму голу, ну, наверное, может быть, авантюра была, надо было, может быть, стенку больше достроить. Три игрока осталось впереди. Дали забить. А так, в общем-то, неплохие у нас были подходы. Ну, до конца последнего паса не получалось. Михаил Николаевич, для вас Хабаровск не чужой город. Насколько приятно было сюда приехать? Очень приятно. Давно не был, 3 года. Рад вас всех видеть, ну, кого-то я знаю, кого-то не знаю. Но, тем не менее, с кем-то удалось так встретиться перед игрой. Видно, какие изменения, ну, просто сумасшедшие. Когда уезжал, этого всего не было. Здесь на стадионе просто красота. Неимоверная, очень приятно. Пройтись даже сейчас по коридору здесь, вот, в пресс-зал этот. Очень красиво все здесь сделали. Ну а город, да, где-то какие-то изменения вижу, новые дома какие-то. Ну, так, ничего особенного.